Я пил, ебался и мечтал. Ну, в общем, сам собою был. Я влюблён, я люблю. Пардон. Так, я не понял. Чем вы тут занимаетесь? Бля. Нет, я тебе его нес? Нет, нет, ее у вас? Нет. А что это такое? Сок березовый? Да, конечно. Это для тех, кто после 1991 года. Вот так выглядела у нас, ой, наша родная лимонная водочка, закатанная в трехлитровые бутылька. Бутыльки, это еще с Советского Союза! Ну, я помню, вы при Союзе пили такими мензурками. И вы что, все это выпьете? Я больше вот этого не хочу. После шкалика литрового. Ну вы гоните. Холодненько? Злой я. Родная. Водку будешь? Родная, водку да. Буду. Не, как там было? Пить будешь? Нет. А водку будешь? Да. Водку буду. Но вы, это говорят, при Союзе не пили? Ну так кроме вот этих мензурок я ничего не помню больше трехлитровых. Нормально еще. Да? Я плохо жилин. Ага. Не пили ничего. Ну вот так вот мы пьем. 25 лет стоит на сохранении. Да. Угу. Пятница, 26 мая 2017 года. Отмечаем счастье и праздник. Сегодня к нам приезжал великий и могучий кондитер шоколадный. Шоколадный кондитер. У нас праздник в Одессе. Мы вон открываем даже советские запасы. Запотевшая. Ага. Но она уже декоммунизирована. Тут нету ни серпа, ни молота. Ага. Только 42 градуса. Да. И все. Чисто гад. 42 градуса нектара. Усталые судьи.